Приветствую вас. И давайте начнем с того, что, скажем, так. Первый шаг к избавлению от компьютерной зависимости вы уже сделали. Это написали к нам на сайт. Что это означает? Это означает, что вы осознаете проблему настолько, насколько это возможно для вас сейчас. Вы понимаете, что игры — это проблема. Вы понимаете, что это зависимо. Вы понимаете, что самостоятельно с этим не справиться. И это на самом деле самое главное. Потому что вы осознали свою слабость. Признали ее. Поверьте, многие люди этого сделать не могут. Особенно мужчины. Вы смогли. Вы молодец. Не молодец вы в том, что ругаете себя. Не молодец вы в том, что не просите помощи у своей жены. Но обо всем давайте по порядку. Итак, любая зависимость, как и сказал коллега Борис Пустинский, есть уход от проблем. Но уход от проблем — это лишь частный случай зависимости. На самом деле зависимость есть следствие пустоты внутренней, в душе человека. И следствие определенного внутреннего конфликта, который разрешить не получается. И который отнимает у вас достаточно много сил и энергии. И вы стараетесь от него убежать. Конфликт — это может быть не обязательно проблема. Конфликт — это может быть и противоречие, это может быть и столкновение взглядов, это может быть и попытка избежать ответственности или чего-то еще. Это может быть стремление доказать себе, что вы еще молоды, что у вас есть там свободное время и так далее. Но хорошо. Есть у вас конфликт. Но ведь именно компьютерную игру вы выбрали для того, чтобы избежать чего-то. Другие люди, например, избегают конфликтов с помощью алкоголя, наркотиков и прочего. Вы выбрали компьютерные игры. Что есть компьютерная игра? По твоей сути. Компьютерная игра, как и любая другая игра, это реализация той социальной роли, той ипостаси, которую в жизни вы реализовать не можете. То есть, например, если это игра про гонки, соответственно, вы хотели бы быть гонщиком или заниматься спортом, но у вас не получилось. Если вы играете в стрелялки, то, соответственно, это военно. Вы хотели бы повоевать, любите оружие, но нет возможности его использовать. Игры — это всегда реализация того, что вы в реальном мире сделать не можете. И потому очень важно понять, что в играх вас привлекает. Что именно они вам дают, игры, и какие игры вы любите. Если игры дают вам, скажем так, в большей степени соревновательный эффект, то есть адреналин, соревнования, состязания, соперничество, то вам не хватает адреналина. Вам не хватает драйва в жизни. И тогда этот драйв нужно, собственно говоря, искать. Принося в свою жизнь разнообразие. Занимаясь какими-то вещами интересными. И занявшись ими, вы поймете, что это гораздо лучше, чем играть в игры.
Если вам нужна победа, и вы играете для победы, то, соответственно, где-то вы боитесь проиграть. Или вы проиграли, и вы стремитесь заместить этот проигрыш. Тогда это следствие фрустрации, замещение того, что не получилось, подобной задачей и стремление концентрировать внимание именно на том, что у вас получается, вместо того, что не получается. Ну и наконец, если вам важна онлайн-составляющая, то есть взаимодействие с другими людьми, то вам определенно не хватает отыгрывания социальной роли. И нужно повышать социальную активность, в реальной жизни, а не в игре. Это очень важно. То есть, принципиально, ключевое значение имеет то, какую игру вы играете, какие игры вы играете, какие вам нравятся. Это определит ваши потребности и то, что вам эти игры дают. Тогда будет ясно, чего вам в жизни не хватает и как этого добиться. Дальше. Когда вы поймете, что вам не хватает, и сможете построить довольно-таки четкую стратегию по достижению этого, это понятно. Но это еще не все. Почему вы, пытаясь бороться с зависимостью, потерпели неудачу? Потому что когда-то в эту зависимость вы впали. То есть когда-то вы начали играть, и какая-то ситуация вас толкнула на это, на то, чтобы играть. Вот эту ситуацию нужно разобрать. Эта ситуация оказалась для вас стрессовой, и ее нужно разрешить. Найти из нее выход и негативный эффект этой ситуации убрать. Решить эту проблему. И тогда вам будет существенно легче избавиться от зависимости. Ведь вовне не будет фактора, который будет вас туда толкать. Обратно в игру. Следующее, о чем нужно сказать. Это то, что вы переживаете по поводу своей жены. Вы правы. Супруга хоть и понимает, но терпит и рано или поздно может уйти от вас. Соответственно, чтобы ее удержать уже сейчас, нужно сохранить ваши отношения. Для этого необходимо посвятить ее вашу проблему. Как есть, без купюр. Сказать, что вот, дорогая, осознаю, что играю, не могу остановиться. Хотел бы, но не могу. Понимаю, что у меня все валится из рук, деградирую, но ничего поделать не могу. Пусть супруга окажется как бы в центре вашей ситуации, чтобы она поняла вас, осознала масштаб и тогда помогла бы вам это преодолеть. Чтобы она не думала, что вы просто сидите и целыми днями играете в игры. Чтобы она не думала, что вы делаете это по собственному желанию. А не потому, что у вас уже зависит. Это очень важно. Помощь близких людей в борьбе с зависимостью необходима. Без нее, без помощи, у вас мало что получится. Ибо нужен стимул. И вот говоря про стимул, нужно отметить, что это отдельный момент. Вы понимаете, что и, в общем-то, жизнь проходит, да? Понимаете, что и жена от вас уходит. То есть осознаете какие-то обстоятельства, которые, по идее,
должны бы мотивировать вас на то, чтобы бросить играть. Но не мотивируют. Недостаточно мотивации для того, чтобы вам прекратить играть. Это значит, что для принятия волевого решения нужен поиск дополнительных мотивов. Какой? Ну, например, от постоянной игры у вас очень быстро и резко может снизить зрение. Потому что игра, именно игра, способствует чрезмерному, постоянному напряжению главных нервов, что ведет к их изнашиванию. То есть, по сути, вам это грозит слепотой. Сидящий образ жизни на одном месте приведет к травмам, к повреждениям позвоночника, к проблемам пищеварительного характера и прочим заболеваниям. О чем посмотреть можно в интернете. Там все достаточно подробно и красочно написано. Посмотрите, прочитайте именно это. Посмотрите фотографии людей. Посмотрите на то, к чему реально приведет ваш образ жизни. И осознайте, что это может случиться и с вами. И вот спросите себя. Вы хотите, чтобы у вас были эти проблемы? Реально вы боитесь этого? Боитесь ли вы того, что у вас будут эти проблемы? Или нет? И, наверное, вы скажете, да, я боюсь, я не хочу. И вот, когда поиск мотивов завершится, вы найдете большое количество мотивов для того, чтобы бросить игры. Потребуется от вас действие. Но действие, вот вы говорили, что вставляли себе план, но этот план, он вас никогда не осуществлялся. Почему? Потому что ваше внимание моментально переключалось на игры. При прочих равных условиях, то есть при следовательном выполнении всего того, о чем было мной сказано, вы сможете сосредотачивать свое внимание на отдельных аспектах плана. Речь идет сейчас о тренировке такой способности своего сознания, как внимание. Необходимо учиться концентрировать свое внимание не на том, чего вам хочется, а на том, что нужно. И для этого начинать нужно с малого. Берем перед собой простой предмет, кладем его перед непосредственно глазами и начинаем на него смотреть. Смотрим только на этот предмет, думаем только о нем и стараемся не пускать свои мысли с чего-то другого. Поначалу предмет стоит брать однородный. То есть, чтобы это, допустим, лист бумаги, это, допустим, там, стакан воды, но так, чтобы обязательно в вашем сознании не было ничего, кроме этого. Чтобы вы учились концентрироваться. Дальше предметы будут посложнее, и тем самым вы будете повышать уровень, повышать свою сложность, собственно говоря, предметов, на которых вы концентрируетесь, и таким образом вы будете учиться удерживать свое внимание, что поможет вам осуществлению плана, который вы будете составлять.
И следующее действие, которое вам предстоит сделать, является первым на пути к избавлению от зависимости. Дело в том, что зависимость, ко всему прочему, это еще и привычка. И привычка специфична тем, что у нее много ассоциаций. Вы приходите в дом, допустим, и вы сразу вспоминаете, как в этой комнате вы играли в игру, и вас моментально тянет играть. Ну а если вы увидите компьютер, то все понятно, только игра. Соответственно, несложно догадаться, что с компьютера нужно избавляться. Для работы, если что, можно использовать слабенький ноутбук, или планшет, или мобильный телефон. Все такие телефоны, которые позволяют это делать. А вот от компьютера вам нужно избавляться. Избавиться от компьютера будет сложно, но при предварительной проработке всех моментов, которые было сказано выше, это будет легче, чем вам кажется сейчас, возможно. И вы будете четко понимать, что для чего это нужно. От компьютера избавитесь, и не будет у вас больше возможности играть в игры. И вот тогда энергия, которую вы привыкли выражать в играх, перестанет находить выход. Она начнет у вас копиться. И все, что вам нужно будет сделать в этой ситуации, это искать новые средства приложения этой энергии. Поначалу будет сложно, но постепенно вы научитесь эту энергию правильно прилагать, правильно ее реализовывать, и через какое-то время с поддержкой супруги привыкнете реализовывать свою энергию не в игры, а в любые другие действия. И забудете о том, что такое компьютерные игры и вообще взгляните на них и скажете, как я мог в это играть и тратить на это целые дни своей жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.